На рабочем совещании обсуждается освоение бюджета и работа с обращениями граждан. Начальники управления и руководители муниципальных структур представили отчеты о своей деятельности за прошедшую неделю. За это время через единый центр управления регионом от жителей поступило 124 обращения. На почту главы пришло 10 обращений. 5 из них касались благоустройства, остальные по темам дороги, транспорт и образование. На контроле сейчас находится еще 14. По публикациям в социальных сетях Ивантеевка находится на 4-м месте по Московской области. Согласно данным портала «Добродел», дворы и территории общего пользования собирают больше всего обращений и составляют 69%. На втором месте – многоквартирные дома, затем – дороги. Замыкают этот список благоустройство дворов и медицина. Топ-10 наиболее проблемных категорий за неделю – общественный транспорт и организация дорожного движения, нарушение правил уборки, а также обращение о самовольной установке ограждения на территории общего пользования. И всего 7 повторных обращений. Начальник финансового управления Маргарита Беляева докладывает об освоении бюджета и национальных проектов. На сегодня освоены или почти освоены денежные средства, выделенные на закупку региональных инновационных площадок, на ремонт пищеблока, на поддержку частных детских образовательных учреждений в городе, на центр творчества, строительство и капитальный ремонт социальных объектов, парк культуры, ремонт автодорог, приобретение коммунальной техники и другое. Особое внимание уделяется исполнению национальных проектов, таких как формирование комфортной среды, светлый город, ремонт дворов, современная школа, спорт, норма жизни. Эти вопросы находятся на контроле Министерства финансов и губернатора Московской области.